Всем привет, с вами Степан Той. Я вот, значит, делал на канале видео, как скрыть любое видео в Ютубе. Я показывал это с ПК. Теперь покажу с телефона, то есть с планшета. Это работает на телефоне и планшете, поэтому так сказал, допустим. Сейчас я найду самое популярное видео. Так, смотрите. Вот тут есть такая штука, доступ. Тут, если доступ по ссылке, у кого есть ссылка на это видео, то есть у меня только. Ограниченный доступ, это значит... Вообще, оно когда-то удалится. А если доступ по ссылке сделать, то оно будет доступно только для меня. Я его видеть только так буду. Смотрите, оно доступно, но оно только для меня вот так. И видим, его нету. А сейчас показываю, как его вернуть. Смотрите. Нажимаем опять же на этот карандашик. Доступ. Открытый доступ. Его могут все смотреть. Ну и вот, я его сохранил. Оно доступно. Вот сейчас даже могу обновить. Так, значит, я обновляю. И оно есть на канале. Такой вот у меня был видосик, чтобы вам помочь. Это для начинающих видео. И оно, надеюсь, у меня захайпует. Ну, вы были на канале Степан Той. Всем пока. Подписывайтесь на мой YouTube-канал Степан Той.